Всем привет. Вот такую дверь я приобрел с новостройки. Новый дом. Массовая замена дверей. Что могу сказать? Дверь очень тяжелая. Не знаю, как сейчас будем грузить в газель. Мы прибыли в дом. Дверь доставлена. С горем пополам. Газель застряла на подъеме. Пришлось сыпать залу. Вон все черное. Это зала. Начал демонтаж. Из инструментов нашел только арматурину. Арматура зубила. И молоток. Дело дрянь, конечно. Работаем. Есть кто дома? Такое нам открылось. Придется вырубать порог, либо вытаскивать один кирпич. Дверь впритык. Продолжаем. Дошел до основной коробки. Тут была дверь на двери, коробка на коробке. Ну вот последняя. Тяжелая артиллерия пошла в ход. Пруток мощнейший. Поменьше нашел. Будем крушить. Не пройдет и полгода. Я коробку корчую. Кирпич вот этот грозит осыпаться. Поэтому, возможно, сейчас все полетит. Следите за развитием событий. Угроза обрушения присутствует. Короче, я победил. Даже ничего не обрушилось. Коробка выкручена. Гвоздики закладные. Что с ним делать? Хрен его знает. Гидроизоляция тоже есть. Рубероид. Сейчас очищаю, короче, место. И будем примерять новую дверь. Подпорка, в принципе, не нужна. Все держится. Как затащить туда это? Фух. Короче, ЧП. Дверь не прошла в крыльцо. Это пришлось демонтировать столб. Надеюсь, сейчас попрет. Утепление, что ли, тепльче? Потом подложим на место. Дрянь мешает. Так, дверь в проеме. Все криво, косо. Но она влезла. Короче, угол вот этот заваленный. Надо поднимать. Так, нормально. Симпатичненько. Видно, не видно. Итак, спустя несколько часов дверь наконец выровнена, расклинена, открывается, все стоит ровно. И теперь ее надо запенить. Нагревается пена. Технониколь. Сейчас будем пенить. И вот спустя полдня страданий и мучений в нашем доме есть дверь, которая закрывается на все возможные замки. Ля какая! Ля какая красота! Фу, срач неимоверный. Вверху надо что-то вырыть, пока с подпорочкой. Ля какая дверь, блин. Ля
крыльцо, конечно, не дает ни хрена ее открыть нормально. Его надо ликвидировать или поднимать. Но дверь, ребята. Какая дверь? Кали-мали. Все есть. Закрывается. Открывается. Начало положено. Ручки, конечно. Мама, не горюй. Такой вопрос. Кто знает, что это за баллон? Но это не звонок, а песня. Только я забыл вывести его на улицу. Всем спасибо за просмотр. До встречи в комментах. Свет горит уже в окне.